На повестке дня дела семейные. В Иванове прошла тематическая сессия «Молодая семья как ресурс улучшения социально-демографической ситуации в регионе». Один из семинаров состоялся в Ивановском государственном университете. Студенчество – это самая, наверное, благодатная аудитория, с которой стоит проводить какие-то беседы и разговоры на такие важные темы, как семья, как сохранение семейных ценностей и традиций. Это, наверное, то поле, бросив семена, в которую можно получить действительно хорошие плоды. А, как мне кажется, проблема вот сохранения семейных ценностей, она для нас сейчас в настоящее время очень и очень важна. Большинство присутствующих в зале семью еще не создали. Но, как показало анкетирование, проведенное во время семинара, мечтают о ней. Мы учим тригонометрию, алгебру, которая недалеко не каждому человеку пригодится в жизни, но эти знания очень важны для того, чтобы развивать в целом уровень мышления человека. Но есть знания, которые необходимы прямо на практике. Все хотим семью, и в целом, вот мы сегодня в первой нашей встрече спрашивали ребят, и почти все подняли руку на вопрос, хотят ли они создать крепкую, счастливую семью. И в целом в России 78% молодежи называют создание крепкой семьи главной жизненной целью. По статистике, 2 из 3 браков распадаются, причем в 40% случаев это происходит в первые 4 года совместной жизни. Создание крепкой, счастливой семьи – большая работа, к которой нужно подходить с большой ответственностью. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.